Что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Gunfire Reborn. Новый день, новый герой, новые испытания. Испытания у нас неизбежное противостояние. Выберем, конечно, из всех этих что-нибудь новенькое. Филина пробовали, собачку пробовали, котика, птичку, тигренка. Это тигренок, да, я думал, он леопард, но он, оказывается, белый тигр. Так, зайчик пробовали, собственно, черепашка. Черепашка-ниндзя, тысячелетний. Пресноводная черепаха, хорошая в ближнем бою. Вот. Итак, свитки плоти и кровь, паранормальность. Походу будем играть на одном хилсе. Да, все так. Такой sudden death. Так, что там у нас? Угу. Давайте вот это. Просто будем мочить по-страшному. Что это такое? Непонятно, непонятно, непонятно. Но такое ощущение, что это и бесполезное. Это у нас что? Так. Возьмем вот этот вот. И вот этот вот, а этот продадим. Ага, вот так. Пойдем, понеслась. О, у него щит. У него щит, у него щит, это прикольно. Это хорошо, это прикольно. Черепашка ниндзя. Прям Рафаэль такой. Сейчас их буду мочить. Красавчик. Так, это... Не люблю эту штуку, она такая... Не люблю оружие с замедлением. Либо сейчас, либо... Нажал, должно выставить. Я согласен, давайте. Обновить. Ну, такое себе. Так, хорошо. Все, побежали. Так, что ты... Все нормально, просто немножко неожиданно экран сбросился. Так. Надо срочно рывок какой-нибудь брать. Пойдем посмотрим, что у нас. Иммунизационный щит. Как вы это назвали красиво. Полез. Тебя в первую очередь надо убить, поскольку от тебя все неприятности. Чузорх. Тело хорошее. Тело хорошее.
Давайте плюс 1 метр. Ну такой себе. Нет. Может. Ну ладно, черт с вами. Полным-полно. Ну нет. Давай вот это вот. Тут у нас как раз патроны тратятся, не знаю что. Будет просто приятно. Так. Отравление. Пока что особо не видит, чтобы оно. Может лук взять, а? Как вам кажется? Третье лишнее. Забираем. Продаем. Попасть надо. Что-нибудь. Ну, никто же слабо не даст. То есть, вроде как, и да. На-на-на, вот этот. Ничего святого. Оу! Мы нашли дырку. А? Эта арена такая неудобная. Будем надеяться, что... Этим боссом приятно работать. Приходите еще. Давайте я возьму это, посмотрю. Я просто буду бегать как в попу ужаленный, да? Понятно. Понятно. Очень интересно. Что, непонятно, что менять-то? Дальше. Давай-ка, да.
заходим. Там вот интересные. А давай. Прикольная штука, но эта система навыков, там накопление, она такая забавная. Надо было брать тот этот медячный свиток. Но патч невозможно провернуть назад. Мясо из котлет не восстановишь. Давайте. Сразу не снимается, нужно немножко подождать. Она один раз активизировался этот щит, потом сбросился. Да что у нас такое? Фигня какая-то, да? Согласен. Фигня какая-то. Черт его знает, нет. Медленно. Если бы сначала как-то там вон собачки, помните, стреляли прямо из двух рук, туда-сюда. Так, здесь нет никаких сокровищниц. Жаль. Так, каждая шоковая волна, да. Щит — это такое спасение, но что-то вообще не сработает. Не работает так.
Что вы делаете? Все превращаются в крабиков, да? Чувствую себя стрелком на пляже. Ай! О, один раз ударило. Видимо, это способность моя. Я за редкость. О, насадчик. Дайте мне еще три рывка, и будет вообще класс. Что там? О, хорошо. Правильно, правильно, правильное вложение. Слушай, да, один раз морду получил. Вот так. Отлично. Все-таки у него самого есть такая. Нивелирует этот урон. Хорошо. Что у нас? Что, надо шок сделать, да? Опять на то взял. Прям летает после рывка, да? Дополнительная скорость, там все дела. Ты чё, бессмертный, что ли? Дракон вылетел. Ага, портал, портал. У меня что там было? Вторая. Все равно странное, но тем не менее. Мощь реки. Работает, блин, а? Главное, по мне не давайте. Урон от
от коррозии. Берем, конечно, чувак, берем. Так, увеличение урона. Пускай будет. Вот это вот хорошее было. Купиться ниги за. Ну что? Змейка, да? Честь. А? Что у меня вроде не было. Что-то не работает. Да, там разницы особо нет-то. Ну что, момент истины. Нет, нет. Что это за херня была? Так. Бля. Не туда рванул. Ну ладно, да. Бывает. Вот, блин, черепашонок. Так, качал-качал, не получилось. Что делать? Ну ладно, спасибо за то, что смотрели. Лайки, подписки и прочая фигня. Да. Добавляйтесь на наши дискорд-каналы. Кооператив Дружба и Humble Dragon Fleet. Все ссылки в описании. А на сегодня все. И пока-пока. Как-то так. Ну, бывает. Sudden Death все-таки.